Ведомственная пожарная команда является первичной тактической единицей, полностью укомплектованной для выполнения поставленных задач. Личный состав имеет боевую одежду, средства защиты органов дыхания, а также основной пожар. На месте развертывается работа объектового штаба пожаротушения, продолжают наращиваться силы и средства главного управления. В данном случае к месту прибывает карета скорой медицинской помощи, находящейся на объекте, а также группа санэпидемстанции. Явление характерное для Николаевской области в связи со значительным количеством портов, а также плотного судосообщения. Основная обстановка, которая может складываться при тушении пожаров на судах, это высокая температура, сложная планировка, угроза повреждения конструкции судна в зависимости от высокой температуры, а также непосредственно разрушение самого судна и попадание в акваторию нефтепродуктов. Бережная радиационно-химическая лаборатория, аварийно-спасательное отделение отряда специального назначения главного управления, имеющее на вооружении плавсредство, в данном случае надувную лодку с мотором. Старшие всех прибывающих подразделений подходят к штабу, где получают указания на ведение оперативных. На месте пожара создаются два оперативных участка. Первый направлен непосредственно на тушение пожара в машинокотельном отделении. Задача второго оперативного участка – это охлаждение конструкции судна для предотвращения их деформации.